16-й чемпионат мира по ушу завершился в городе Форт-Уэрт в Техасе. Впервые за последние 30 лет события мирового уровня в области боевых искусств провели в Соединенных Штатах. В 1995 году ушу саньда, например, был совсем новым направлением для Соединенных Штатов. Чемпионат мира помог популяризировать здесь этот вид спорта. И теперь проведение соревнований такого уровня, безусловно, способствует продвижению китайских видов боевых искусств. В этом году чемпионат проходил под девизом «Солидарность, мир и дружба». За награды боролись 600 спортсменов из более чем 50 стран и регионов мира. Особенно отличилась сборная Китая. Она возглавила турнирную таблицу, завоевав 15 золотых медалей. Перед чемпионатом был период ежедневных изнурительных тренировок. Это очень тяжело, но результатом я доволен. Чемпионат мира – это самый высокий уровень соревнований в мире боевых искусств. Но после того, как ты поднялся на пьедестал почета, все надо начинать сначала. Для будущих побед нужно упорно тренироваться. За последние несколько десятилетий ушу вышло за пределы Азии. Сейчас это один из популярных видов спорта в мире. При этом поклонники китайских боевых искусств продолжают активно продвигать ушу на международных спортивных площадках, а вместе с ним китайскую историю и культуру.